Всем привет! Это пасека Захара. Приехал на пасеку. Сегодня 25 апреля. По ночам по-прежнему заморозки. Днем тепла особого нет. Несколько дней всего было тепло. Еще пчел не перегонял. Свежие ульи. Вот все приготовил. Стоят. Но сегодня обещают тут до 14 тепла. Время уже обед. Пчела только-только начала двигаться, работают они уже надыбали они пыльцу. Вот они таскают пыльцу, работают. Это вот зимний подмор, чистят они сами ульи, не дожидаются хозяина. Это вот они, пыльца. Хотя клен, ветла, ива, еще ничего не засвело. Здесь в горах сейчас снега много, позаречка снег. Только клен начинает почки распускать. Видимо, на лугу кандык засвел, это я видел. Еще какие-то цветочки, видимо, цветут, берут с них пыльцу. Будем позже, после того, как перегоним всех пчел в свежие ульи, будем ставить пыльцеуловители, собирать пыльцу, сушить. Это будет отдельное видео. Желающие посмотреть, подписывайтесь. Этот халявщица сидит на прилетке. Дыбы и что-то надыбало. Кусочек сидит, хомячит. Ну, в принципе, уже большие шарики пыльцы. Значит, выделение хорошее. Несмотря на то, что ночью заморозки. Вот даже бедняжка не долетела. Сидит. Полные большие шарики пыльцы, тяжело. Вот она еще одна. Там улетела. Это вот полетела тоже. Ролики длинные, пока нет возможности делать ничего интересного. В этом году очень весна суровая. Затяжная. 3 или 4 года назад 1 мая уже яблони у нас зацвели, а в этом году неизвестно, когда они зацветут, еще почки не набухают даже. Интересно так сидеть и наблюдать за ними. Это сильно не приходится, надо работать.